Состоялось очередное заседание Комиссии по межнациональным отношениям. В рамках встречи представители национальных и общественных организаций рассказали об уже проделанной работе и поделились планами на следующий 2018 год. Отметим, все проводимые мероприятия направлены на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Заседание Комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты городского округа Люберцы началось с приятной новости. Директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева получила благодарность от Федерального агентства по делам национальностей за вклад в сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. Тут такая награда, и, конечно, я благодарна вам всем, потому что, мне кажется, это наш общий с вами большой труд, потому что вы участвуете во многих мероприятиях, которые мы освещаем. Из этого получаются очень интересные фильмы, которые презентуются не только в Подмосковье, но и в других регионах нашей большой страны. На территории нашей страны проживает около 200 народов. Представители самых многочисленных национальностей являются членами комиссии. В рамках заседания они также удостоились благодарности за плодотворное сотрудничество и развитие телеканала ЛРТ. Далее встреча была построена на обсуждении итогов работы национальных и общественных организаций. Также поднимали вопросы урегулирования конфликтных ситуаций между людьми различных культурных образований. Все вопросы всегда можно уладить, любую конфликтную ситуацию. Всегда можно найти компромисс. Главное – уметь слушать своего собеседника. Я считаю, что это самое главное даже в решении таких сложных межнациональных, межконфессиональных вопросов и миграционной политики всегда. А на все остальные случаи у нас есть закон. Также она предложила в следующем году провести конкурс рисунков ко Дню матери и 8 марта, на которых дети изображали бы женщин разных национальностей с их культурными особенностями. Далее в рамках заседания комиссии по межнациональным отношениям отчитался о работе председатель азербайджанской диаспоры Люберецкого округа. В марте месяце мы широко отметили вместе с вами праздник Новрус-Байрам. Это я считаю, что вот сколько лет мы не проводили бы такой праздник, а вот прошлогодний праздник очень мне очень понравился. Дело в том, что мы очень большую роль, большое значение дали детям. Дети не только пришли, участвовали, потанцевали, ушли. Они присутствовали, они приготовились, они вот во всем участвовали. Еще не раз на заседании члены комиссии делали акцент на привлечении детей ко всем национальным праздникам, отмечая, что именно они в будущем будут формировать отношения между людьми разных национальностей. Дни, когда проходит у нас масленица, широкая масленица, у нас есть такой национальный праздник, Тавендес называется. Масленица в том числе мы отмечаем всегда каждый год. Великий пост, потом идет Пасха у нас, то есть и религиозный праздник. Здесь мы, у нас все в основном мы собираем детей наших, чтобы дети семьями. Община для нас означает, что мы все собрались семьями и дружим, и живем в общине. По итогам заседания члены комиссии определили задачи на будущий год по реализации государственной национальной политики в Люберецком округе и запланировали ряд мероприятий. Так, в 2018 году они посетят Еврейский музей и Центр толерантности. Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.